Блин, я видел это начало. Запись пошла. Всегда. Я тут до Хантика видел. Вот это, вот этого момента. Не разъебывал никто, нахуй. Записываешь? Ну, на самом деле, Вадя, я вообще... Я правда очень сильно рад за тебя. Ты делаешь очень много для других людей. Ты очень много делаешь для контента. И твой, ой, спасибо, Славян. Спасибо большое. Это что-то нереальное. Ты приносишь новое что-то на Twitch. Ты как... Ой, да ладно, блядь. Давай нахуй рассказывай. О, Слава сидит там. Я не знаю. Ты достоин реально больших цифр, чем просто 1 миллион. Я считаю, ну... Бля, передописываем. Я знаю, как ты начинал. Я знаю, как долго ты шел к этому миллиону. Это не последнее. Там мне его нет, блядь. Который будет на этом Twitch-канале. Ты очень делаешь много для контента. Ты очень много делаешь для других людей. Я тебе сам реально от души благодарен вообще то, что ты сделал для меня. И я думаю, многие люди со мной согласятся, то, что ты очень сильно изменил Twitch и в положительную сторону. Это правда охуенно. Я тебя реально поздравляю с 1 миллионом. Ты реально красава. Двигайся в том же направлении, которое ты делаешь. Спасибо большое. Всегда... Спасибо. Сердце. Привет всем, кто слав. Ну хуй с ним, ты понял, короче. В общем, сердце тебя, почти в центре. Правда, поздравляю с миллионом. Поздравляю, да, с миллионом, блин. Смотри, поздравляю, плюс поздравляю. Вадян, изнюхать тебя нахуй. Ну, тебя уже стукнул 1 миллион. 2 года я про тебя делал нарезки. Ну, короче, желаю тебе всех успехов. Прям делай жесткий контент. Ты реально жесткий чел. Возвращайся в Рашку там, давай. О, сейчас будет что-то. Лена, второй клип, пожалуйста. Леночка, клип, пожалуйста, в студию. Алло, Ленок, кофейку и клип. Спасибо. А вы помните про клип? Это такой тир. Точнее, такой Раплан поминки. Чел на серьезочек сидит чисто. Лена, клип. Елена. Леночка, третий клип. Алло, Ленок, секретарь Елена. Леночка, клип, пожалуйста, в студию. Кофейку и клип. Спасибо. Леночка, третий клип. Тот первый сломается, то и останется в игре, походу. Да боже, конечно, быстрые кончены. Там Меган ломает. Смотри, там 5 людей долбит батут. Мои эти ребята, красавчики. И чё в смысл, что мы Томми херачим? А какой долбоёб херачит меч? Это вообще дебил. Он хочет со мной пострелять. Здорово. Бля, я хочу в Fortnite поиграть. А знаешь, в чем проблема этого чела? То, что, сука, он меня не может попасть, но зато он попадает, блядь, по стройку, ты понимаешь? Давайте все. Давайте Илюху фокусим. Красава, да, красава, давай. Что с армией Титана? Так, нам надо сундуки. Хуйня, блядь. Сам, бойс. Краники. Блин, как же я плохо играл. Вади, мне помощь нужна. Да какая помощь, блядь? Сука! У меня нет бомбы, блядь! Блядь, я чепух. Блядь, ну это пиздец просто. Почему у меня нет ебаной бомбы, блядь? Я просто его въебал бы так дал бы нахуй, ну что? 34! Давай итоги. Иди нахуй со своими итогами, блядь! А видите, вот эта хуйня, вы видите, блядь, вообще? Открывай, сука! Бум! Спаси, пожалуйста. Библ Тампы. Не сидейский. Ебать, балкон. Слышь? Помним каждое мгновение от прессы и до мафии. Как проводил конкурсы, в которых мы захайпили. Сегодня Вадя празднует, и в этом видео мы тебя хотим поздравить, это первый минимум. О, но сегодня потекут слезы водопадом. Сегодня сбылись грезы, все, что были навалом. С тобой вместе старожилы пережили все недаром. За 4 года мы собрали много мемуаров. Заебали! Вам что сложно, блять? Сколько букв? Б, А, Т, 9, Е, В. Е-Л-О-Н-Е. Короче, блядь, сколько-то буковок ввести, блядь. Вы заебали. 11 буковок. 11, блядь. Это 3 секунды. Несмотря на все планы, несмотря на все падения. Людям в разных странах поднимаешь настроение. Стремит большой буквы. Первый миллион. Все его мы очень любим. Это Вадя Бел. Несмотря на все планы, несмотря на все падения. Людям в разных странах поднимаешь настроение. Там все равно нельзя было Dragon Lord забрать. Ебать, стройка пошла. Ну,
тебе нахуй. Я выиграл! Что? Что? Бля. С миллионом, братишка, которого нет, блядь. Сука, я не мог даже лайк поставить, блядь.